Татарин. Ну вот, наконец-то Татарин. Красота спасет мир. Украинское село. Табизная под Хмельницком. Жишь на завтра. Можно йогурт будешь? Ну, возьми йогурт. Тут можно взять брынзу, сырочек, колбаску. А вот так, кашка. Ложка. Может, кашка есть какая-то? Нет, блинчики. Нет, блинчики. Нет, нет, нет. Будешь, Костя, нет? Не, я ж йогурт. Один йогурт. Не-не-не, надо покушать. Макарошки, будешь такие? Макарошки. Я вот тебя возьму, ты съешь. Макарошки, горошки. Чаечки. Давай блинчики. Так, нет, давай. Давай, мы макарошки. Макарошки будешь? Тут еще есть булочки разные. Можно вкусненько покушать здесь. Можно еще. Вкусненько здесь, да? Тебе нравится? Я мне это выбрал. Огурчики. А я взяла тоже. Себе. Очень красивая, атмосферная. Такая тяжелая, но такая вкусная, прямо все как в Египте. Все как в Египте, да. Ребята, мы в этом отеле остановились. Очень хороший, приличный отель. Нам очень понравилось. Он находится в центре, прямо напротив Макдональдса в Виннице. Очень чисто. Да, мы едем уже в Карпат. Очень чистенько, очень хороший персонал. Завтраки вкусные по системе. Все включено. Пока, Винница. Мы едем. Пока. Трамвайчики, пока. Утренняя Винница. Трамвайчики, пока. Троллейбусы, пока. Троллейбусы, пока. Трамвайчики, пока. Какие трамвайчики. Выезжаем из Винницы, все, портал. Погостили. Это называется трамвай и портал. Да. Эти трамваи подарил Цюрих Виннице. Им уже много лет. И теперь винничане ездят на таких трамваях. Утренняя Винница. А мы едем снова в путь. Это вокзал Винницкий. Там надо где-то повернуть налево. Начинается Хмельницкая область. Ура! Хмельницкая область. Вот написано. Хмельницкая область. И дождь пошел. Контраст с Винницкой областью. Вообще. Не, обочина не сделана, ни знаков. Ой, дорога капец. Олени тут в лесу, да, возможно, Костя. Там была табличка олени. Какая разница между двумя областями? Решили немножко съехать с трассы. Ну, так мы же ж не будем заезжать, мы просто пройдемся. По лесу. Так, я планшет выключаю. Да, ой. Тут, вот слушай, Сережа, слышишь, а тут грязно, потом будет у нас ноги. Ну, там сильно грязно там. Да не, ну так. Не, ну, давай я отъеду на асфальт. Закрой дверь. Ага, отъезжай на асфальт. Класс! Цы, я люблю. Ой, лес. А в лесу сухо. Ребята, я люблю такой лес. Класс. Чуть-чуть размять ноги. Привет всем. Мы с Винницы выехали. Едем в сторону Карпат. В Татаров. Ой, ребята, какая красота. О, воздух. Да, ты прошел через шлагбаум. Но это не хвойный лес, это смешанный. Мы нашли гриб, ребята. Кто грибники? Это поганка или кто это? Я не знаю, что это за гриб. Съедобный это? Я не знаю, я в грибах не разбираюсь. Там вдоль дороги столько грибов продают. Ты знаешь, я не знаю. Наверное, это какая-то поганка. Я не могу, грибники. Не можем поганки от съедобного гриба отличить даже. Ой, кошмар вообще. Это так интересно, мох растет. Такой классный.
Ну, он растет со всех сторон. Классно тогда. Ой, красота. Еще один гриб нашли. Да, но я подумала, что это картошка. Ну, мы не знаем, что это за грибы. Костя подумал, что это картошка. Ребята, кто знает, что это за грибы? Трасса стала лучше. Там был ужасный участок, а теперь мы понеслись. А там что-то... Мы выехали с... Это мы... Да, нет, это какой-то район. Фух, а то мы уже так замучились. Спрашивать, куда поворачивать. Едешь себе, смотришь.
решим. Костя немножко укачался, дали ему таблетку. И Костик засыпает. Видите, даже трафика нет на дороге. Фруктовый сад. Яблоки. Яблоки. Такое маленькое дерево, на нем можно сколько. Да, это сорта такие. Там стоит завод по производству сока. Ну там, наверное, может даже детское питание. Когда мы уже доедем до Карпат? Осталось 2 часа с копейками. Карпаты где? Костя, ты видишь Карпаты? Я нет. Начинается красота. Ой. Да, 1 час остался. Да, 1:50 она пишет. До места назначения. До Татарова 1:50. Остановились. Тернопольская область закончилась. Вернее, она там начинается, но мы едем в Ивано-Франковскую область. Вон туда. Ой, что-то фурит. Начинается красота. Фура поехала. Мы отдыхаем. Ивано-Франковская область началась. Все. Заезжаем в Карпаты. Дорога вверх-вниз, вверх-вниз. Ура, остался 1 пути. И появились горы на горизонте. Вот Еремча. Мы въезжаем в Еремчу. Ура. Но мы не в Еремчу едем, мы едем в Татаров. Но этот называется населенный пункт Костя Еремча. Яремча. Ага, да, отель у нас называется Пиги. Да? Пиги? Пиги. Пиги. Да не свинья, просто Пиги. Пиги. Вот какая красота. Еще немножко осталось, чуть-чуть буквально. Так что тут у них ЕРМЧ есть, АТБМ, Карпатская пицца. Будем голодные, приедем. О чем будем голодные? А вдруг? Не будем мы голодные. Ты обещаешь? Тут очень прекрасная кухня. Шикарная. Шикарная, вкуснючая. Никто здесь голодным не останется. Еремча изменилась. Мы здесь были очень давно и зимой. Еремча зимой — это Еремча
назад. Даже жилой дом. Может быть. Красота спасет мир, да? Нет. Зоопарк роботизированных тварей. 15 километров. Роботизированных? Ну, это у нас село Поляницы, короче. В Поляницы. Это даже динозавры, наверное, живые. Это даже оно есть. Зрибная речка вот справа. Ой, вот красота. Сломано было. Ой, это все да, после этого это самого. Все снесло после того, как здесь был. Да, вот это все починили. Речка натворила делов. Да, тут, наверное, на краю ездят на эти, на рамки. И смотри, как тут было слева, посмотри. Ой, кошмар. Все текло отсюда, знаешь? Да, ужас, что все творится. Все развалилось. Все туда с гор стекала вода, сюда в речку. Это леса тут не разрушили. Но дорога хоть осталась нормальная. Ну, да. Дорога нормальная. Теперь она пустая речка, а была, наверное, полная. Была полноводная, она же... Это же все снесло, видно. Все снесло. Какая красота. Там спустимся, да, Костя, к этой речке? Вон, попробуем. Очень красиво. Очень в Карпатах. Хорошо. Ну, речка дело наделала. Наконец-то мы приближаемся к конечному пункту своего путешествия. Шли вторые сутки. Ой, аккуратно. Этот серпантин в Карпатах такой непредсказуемый, да, напрягает. Мы просто не привыкли к такому. Ну как тебе Карпаты? Нормально. Понравились? Да. Но ты еще их не видел. Красоты. Пусть уже устал ехать. О, это что, местный такой колорит? Попробуйте на квадроциклах. Можно нравится. Очень много сдается жилья. Выбирай на любой цвет, вкус и кошелек. На каждом автомобиле. Даже продается. А ты паниковала. Ну я паниковала. С другой стороны, когда мы уже знаем, куда едем. Вот там красиво очень, да? Нет, Костя, мы сейчас приедем в отель и там покушаем. Вот там красиво было бы остановиться. На склоне гор. Костя, что ты там свистишь? Трепетковый кафе Садыба. Садыба, Камба. Ага. Татарев. Ну вот, наконец-то, Татарев. 1651 года постройки, основания. Жизнь закончилась. Все, мы в Татарове. Где наш хотель Пиги? Доедем до развилки, налево повернем. И там 2 километра еще, и налево поворот. Да, ты знаешь, где? Ну, так вот пока. Отсюда. И мы все предъедем, потом пойдем. Тут водопад. Ой, как здесь замечательно. Замечательно. Особенно когда проделаешь такой длинный путь. Вон он, розовые крыши. Вот тут такой мост. Стрёмный. Стрёмный. Чё, нормальный. Будем спускаться сейчас к этому. Ресторан Пиги. Жара почему? Вот он этот Пиги. Есть до Пиги.